Добрый день, друзья! Сегодня лепим цветным пластилином. Предлагаю слепить пеликана. Это редкая и очень красивая птица. Внешний вид у пеликана особенный и неповторимый. Мощное туловище, большой клюв с мешочком для рыбы. Для работы приготовьте цветной пластилин, дощечку для лепки, стеки и ручку. Фигурку пеликана будем выстраивать форму за формой, собирать из форм разных цветов. Работу ведем от общей формы к деталям. Из коричневого пластилина лепим пенек. Выкатываем шарик, формируем квадратную форму. Розовым пластилином общую форму ног. Аналогично шарик и прямоугольник. Из белого пластилина лепим общую форму птицы. Раскатываем шарик, конусную форму, формируем голову, вытягиваем хвост, ищем положение фигуры. Лепим большой клюв пеликана. Из пластилина желтого цвета выкатываем шарик, конус, прикрепляем к голове и делаем небольшой изгиб. Из желтого пластилина лепим глаза. Два шарика расплющиваем, приклеиваем. Из красного пластилина лепим лапки. Раскатываем конусную форму, расплющиваем широкий край. Лепим глаза. Украшаем клюв пеликана полосками из голубого пластилина. В центре клюва добавляем красную полоску. Украсили клюв, украшаем грудку. Используем оранжевый пластилин. Кончики крыльев, хвоста и хохолка серые. Получаем пластилин серого цвета, выкатываем жгутики и приклеиваем на место крыльев, хвоста и хохолка. Сборка основной формы закончена. Переходим к детализации. В работе используем стеки. Детали фигурки со всех сторон примазываем стеком. Я использую не очень широкий стек формы ложечки. Фигурку поворачиваем, смотрим со всех сторон. Показываем опиение птицы стеком с острым кончиком на конце. Уточняем форму спины и крыльев. Добавляем деталь на клюве. Возвращаемся к стеку формы ложечки и показываем оперение птицы. Лепим хохолок. Насечками делаем глаза. Используем ручку и стержень от ручки. Стеком похожим на расческу. Выполняем вертикальные полоски на пне. Добавляем желтым пластилином коготки на лапках. Выкатываем 6 желтых шариков, приклеиваем и моделируем стеком. Фигурка пеликана готова. Можно фигурку дополнить. Я дополняю рыбкой. Леплю рыбу из пластилина желтого цвета, красные плавники и хвостик. Моделирую ручкой, делю на две части стеком и прикрепляю к пеньку. Работа идет к завершению. Смотрим внимательно. Все ли детали сделаны. Фигурка пеликана готова. Если вам понравился урок, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам творческих успехов!